Ребята, всем доброе утро. Я уже сама. Мы вчера. Ой, Марика, не падай. Мы вчера Марику постирали, вначале в белизне, кипятили ее, а потом в стиральную. Только мы с ней не делали. Да, потом в стиральную машинку. Посмотрите. Только, если честно, пап, я сама сделала, только вот тут не хватило, и тут не хватило. Вот и пустое. Ну почище, Марика. А у нас есть, помните, много от подушки. Да. Нет, надо распределить это, потому что она станет твердой, если много, она прям твердая. Не, нормально, ну, надо добавить. Вот у нас от подушки мы когда покупали. Тут вообще нет. А подушки очень много было. То есть она такая была и плотная, наполнитель нет. Мы немного вытащили, и как раз этот наполнитель. Вот как в Марии. Видите, вот здесь вот. Вот такой вот наполнитель. Папа, только тут лапа. Мне кажется, не хватает, милаш. Еще побольше набьем ее вот этим наполнителем, и потом я аккуратненько зашью. И она у нас такая беленькая, красивая. Да, милаш? Ну, не самая беленькая. Слушай, какая она у нас вчера была, серо-фиолетовая, что только с ней не было. Фиолетовая, кстати, немножко осталась. Ну, это вообще, можно сказать, ничего не осталось. Так, ладно, мы будем сейчас завтракать. Сделали кофе, и я сегодня на завтрак сделала сырочки. А вы видели, ребята, сильно удивились. Я не только что, конечно, увидела, но почему ее ушки золотые стали? Не знаю. Не такое хорошенькое. Папа, почему ушки золотые стали? Ну, вот так вот. Дочь. Ликуль, давай кушать. Так что, ребята, будем завтракать. И всем приятного аппетита. Кстати, вчера я не успела разобрать Миланкин гардероб, а сегодня вот сейчас мы завтракаем и буду заниматься Миланкиным гардеробом. Много что нужно мне перебрать, потому что и пижамы мы вчера какие-то, ну, я достала, смотрю, все, они уже маленькие. Столько. Да. Ну, покажи мне. Вот столько. Да, даже больше. Да. Мы сейчас хотим пойти погулять немножко. Девчонки захотели горячих бутербродов. Сейчас сделаю бутербродики горячие. Хлебушек, чуть-чуть совсем майонеза, помидор и сыр. Я сегодня в новой пижамке от Василька. Слушайте, ну очень мне нравится. Я надела теплую пижаму, потому что я сегодня ночью очень замерзла. Вот с вечера как-то мне прям, знаете, холодно стало в квартире, мне так показалось. Ну, хотя не только мне, вот и Лика говорит, Миланка. Да, Милаш, ты включила там Винкс? Нет, Леди Баг. Леди Баг? Где там показывают, что с Леди Баг-то. И, в общем, я надела теплую. Она у меня, знаете, она у меня вообще с начесом, пижамка, смотрите. Да, это правда. Вообще, я люблю такие вот вещи домашние, они такие уютные, когда здесь вот такой небольшой начесик, прям приятно. Такие пижамки носить. А еще мне нравится, что здесь вот на рукавах вот такие как вставочки. Это красиво, интересно смотрится. Прелесть просто. Включайте там, что вы будете смотреть. Быстро кушаем и идем. Я уже подкрасилась, мне осталось только реснички накрасить. Я на отдыхе вообще не красилась. Вообще не красилась. Только губы или блеск, или помада. Все. И приехала домой, если честно, тоже что-то в последнее время и не крашусь. Единственное, что делаю, тени и ресницы. То есть ни стрелки, ничего вообще не делаю. Не знаю, как дальше будет, но пока что-то мне вот прикололо именно без стрелок. Просто такой вот легенький макияж. Легенький-легенький. Так, помидорчик кладем. Два помидорчика на один хлебушек. Воды горячей у нас нет. Ну, что поделаешь? Мне кажется, у всех. Просто у всех по-разному, имею в виду, в разное время. Но выключают горячую воду на профилактику. Я вообще, насколько помню, у нас в Пятигорске даже дольше даже выключали воду горячую. Там, наверное, по-моему, на 2 недели, а то и больше. Мы всегда говорили, все-таки вот есть плюсы в квартирах, где есть колонка. Я, если честно, колонки не люблю. Мы жили в районе платной поликлиники, и там была у нас колонка. Но я не люблю колонки.
Я вечно что-то у меня с ними происходило. Вечно у нас то перегорало, то еще что-то. Ой, это жесть. Потом, когда мы переехали в другую квартиру, ближе к центру города, на 40 лет октября, то у нас там центральная вода была. Никаких колонок не было. Но зато, когда выключали воду на недельки, ну, где-то на 2 недели, то я всегда вспоминала колонку и говорила, все-таки, как хорошо колонка. Я знаю, что сейчас многие ставят бойлеры, по-моему, так называются, они на, как бы, допустим, вот на горячую воду там. Но мы как-то вначале не предусмотрели это, не поставили, и сейчас не хочется этим заморачиваться, честно сказать, поэтому как-то перебиваемся так. Хорошо, что у нас есть посудомойка, и она у нас подключена к холодной воде, она автоматически нагревается, то есть именно вот к холодной воде. Холодную воду, как по правилам, ну, не выключают. И так же, как стиральная машинка, так же мы сейчас вот стираем, несмотря на то, что у нас нет горячей воды, но она сама автоматически, как посудомойка, так и стиралка, греет воду, и все у нас чистейшее, все прекрасно. Я вообще очень довольна посудомойками и стиралками, это прелесть просто. Так, смотрите, вот такие у меня бутербродики получились. Я сейчас отправляю в микроволновку где-то на пару минут. Получились вот такие вот бутербродики. Очень хорошо плавится сыр, это Natura сыр. Сейчас надо пойти в магазин и взять еще. Кстати, в Окее сейчас акция, ну, 45% скидки на этот сыр. Нужно будет взять еще там 400 грамм. Мы сейчас пришли в магазин, хотим посмотреть Миланке кроссовки белые. Пойдемте зайдем, работает. Пойдемте в дочке-сыночке в Adidas посмотрим. Пойдемте начать в дочке-сыночке. Ну вот сюда, дочке-сыночке, глянем. Я хочу Миланке какие-нибудь белые просто. Уже все работает. Да. Уже неделю все работает. А я что-то... Ой, Мил, ты что, скользишь? Миланка в новом костюмчике. Мне такой нравится этот костюм, вообще классный. На вторую пару обуви скидка 70%. О, пойдем глянем. Слушайте, сколько людей много, все к школе готовятся. Касса полная. Смотрите, рюкзаки какие тут красивые. В общем, тут к школе готовятся вовсю. Ой, прелесть. Столько школьного, смотрите, юбки, блузки позавозили. Розовые такие, симпатяшные. Ой, платье у Лики такого плана было. Платье на 9 классе, его не могла снять. Просто вот настолько понравилось. Вот носила, 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 пока не стало мало. Прелесть. Так. Кепки. О, тут такого бы плана что-то Миланки хочу. Но это большие размеры. Сейчас пойдем посмотрим, где тут обувь. И посмотреть. Для мальчиков одежда. Слушайте, ну вот скоро школа, да, вроде месяц, да, и уже прям вовсю закупаются, конечно. Прям, я говорю, стоят прям вот много людей, кроссовки. Соня. Ты, Соня, ты себе пойдем, посмотрим тебе. Соня. Соня. Я говорю, слушай, так много людей вовсю готовятся к школе, да. Угу. Там, ну, кроссовки, брюки школьные мерят. И рюкзаки покупают. Да, вроде месяца уже, да, вовсю готовят. Милаш, для Сонечки давай потом, Мил. Пойдем посмотрим тебе кроссовки, хорошо? Нам нужны какие-то кроссовки тебе. Вот эти. Ну-ка, пойдем. Серебристые тоже, кстати. Тебе серебристые не нравятся? Нет, папе, смотри. Ну, у меня серебристые, вот они серебристые. Ну да, они не такие. Я вот. Я хочу белые. Бронзовые больше. Я тоже в идеале хочу беленькие. Слушай, а помнишь, мы как-то в Адидасе тогда были? Нет, не в Адидасе, мы в этом, в ЦЦ, помнишь, были? ЦЦ. Там такие классные были, адидасовские. Но мы тогда Милане только купили двое. Здесь подошли. Слушайте, они уже и маленькие. Вот эти вот вообще вот впритык-впритык. А другие, которые мы покупали, все мы себе померили маленькие. Смотрите, прикольные. У нас Соня малыш. Да что ты, Сони, Сони. Ну реально, мы нет, Сони не подойдут. У нас подойдут. Мила, ты что, твоя Сони, там такой размер ножки, что вообще. Малипусенький. О, вот это подойдет, у нас как раз белая. Да нет.
Слушай, а вот, глянь. Вот такие. Да какого размера вот они? Что? Чего? Мама, вот такие. Я понимаю, это человек, но красивый. О, это другие. Милана, ты не то смотришь. Вот они 23. Нет, только все 23. Милан, тебе какой? Тебе, по-моему, 28, 27 надо, да? Где папа пошел? Это белое. Ой, розовое. Что-то я не вижу здесь ничего. Милане 27, 28 надо? 28? Представляете, 31. Серьезно, ты что? У него вот эти кроссовки 29. Мила, ногу подними. Это 30? Да. Тут не видно. Точно, да, 30? Ё-моё, Милка. Это розовый, розовый. Нет, тут уже ничего не... А может, и такие? Ой, а вот, смотри. Это мне не нравится. Я хочу нормальные белые настоящие кроссовки. Вот как раз 31. Нет, мне не нравится. Вот эти мне нравятся. Если даже сравнивать эти. Вот эти? Да. Ой, я не хочу такие кроссовки. Нет, вот. Надо именно кроссовки. Не хочу такие. Мне нравится. А вот эти не нравятся? Смотри, какие мне прикольные. Мне вообще не нравятся. Все, пойдемте тогда в Adidas. Я хочу что-то такое, знаешь, не сильно грубое. Такое прикольненькое. Слушай, а ботинки у Миланы есть? А? Мам. Ой, а вот смотри какие. Я же тебе сразу показал. Давай померим. Ага. Так, это 30, слушай, мне кажется, такие нормальные, нет? Вот 31. Ну давайте эти сравним. Садись. Не, даже положи, не надо. Садись, Милаш. Ну, вдруг... Не, это другая ножка. Давай 30 и 31, Милан, померим, не хорошо? Не надо 30 нам вообще. Но не будешь быть большей меры. Ну, вот сейчас 31-го начнем и посмотрим. Давай. Тебе нравится, Мил? Да. Вот это ее размер. С небольшим запасиком. Точно с небольшим? Точно. А ну-ка, вставай. Вставай. Нет, нет, не снимай, встань. Снимай, снимай. Сразу? Нравится, мне сначала кажется, в любом случае в Adidas надо зайти. Не, ну понятно, но эти померить уже понимать, как они подходят. Здесь единственный плюс, одни берешь, на вторые 70% скидка. А, слушай, так нам надо вот еще в ботинки посмотреть. У Миланы ботинки. Да, вставай. Вау, слушай, Мил, мне нравится. Нравится? Слушай, ну мне прям очень нравится. Я сразу же вам показала, вы за курносом запретили. Ботинки посмотрю. Сразу, чтобы померить. Какие-то ботиночки. Это маленькая. Как маленькая. Вон до 31-го, вот до 31-го. Ну, вот 30. Почему? Смотри, вот померим. Эти прикольные. Ну подожди, это размер 28. А, они только в 28-м остались. Нет. Ой, а у нас такие. Смотри, ты что? А может такие померить? Мне не нравится. Вот трудно, знаете, чтобы сразу всем понравилось. Одному нравится, другому нет. Еще хотим вот такие ботинки померить. Это правда 30, но мне кажется, что они такие большемерочки. Ну такие симпатичненькие. Они большие прям. Прям большие. Ну не большие, нет, это может... Я имею в виду не 30, чуть больше. Ну там, да, веревку подтянуть, шнурок. Симпатично, да? Угу. Ну а что, если раз на вторую пару 70%? А ну-ка вставай. И на вторую хочешь померить? Первую определили? Да, да, кроссовки вот такие, смотри, белые. Ну как симпатичненькие, знаешь, легенькие. Да? Симпатичные? Понравилось? Да, хорошо. Смотри, чтобы тебе удобно было. Здесь ну-ка, попробуй, вставай. Давить, не давит. Понятно? Мил, вставай, смотрим. Ну как? Мне кажется, они очень удобные. А? Они широкие, они мне не нравятся. Не давят. Мне не нравятся. Они удобно? Или удобно, Мил? Давят? Давят? Я вот так делаю, у меня... А, ну понятно, неудобно, да? Ну снимай эти, да.
смотрите, к школе вообще по 399 рублей. Смотрите, есть вообще 299 рублей. Вот такие туфли для школы разные. Скидочки хорошие. Черные, темно-синие. Мне вот эти, если честно, понравились. И вот эти симпатичненькие. Что это? Пап, ты что, зачем? Мери. Зачем они нужны? В смысле? Правда, если хорошо жрет. Какой размер? Что-то какие-то они маленькие. А зачем они нужны на роликах? Ну, гоняют. В смысле гоняют? Они отстегиваются? Они отстегиваются, ролики. Отстегиваются? Походу, да. Или нет? Я вообще против этого. Нет, мам. Меня папа научит. Да что? Давай, они, вот эти... они устойчивы, здесь учить не надо. Да подожди, не тебе пишут. Пока. Подожди. Подожди, не надо. Ну, если вы скучки, видео, что-то хотите, я продаю свое, хочу ролики. У меня коньки есть, теперь хочу ролики. Угу. Ну и что, у тебя коньки есть, и так часто каталась на коньках? Давай. Ой, блин, потому что мы не ходим, а это... Тебе не давит? Совсем нет. Вот ерунда, скажи. Вообще. Да почему? Не знаю, для чего они нужны, ерунда. Нет, ерунда, мам, если мне офигенно. Вот я против. Ну, что-то вот они захотели прям кроссовки. Вот эти? Да, им те, что мне нравятся. А что, правда, вот эти не померили? Мне нравятся, прикольно они. Да? И вот эти, прям прикольно. Вообще прикольно. Ну-ка, давайте померим. 31, вот он. Или подержи. Милаш, а померьте еще вот эти, очень нам понравились. Мам, покрас, наверное, белый. Да что ты. Вот эти еще померьте, пожалуйста. Подожди, мама, ты видишь, у нас лапа... Вот здесь смотри, как раз резиновая вообще. Нет, не понравились. Ну, эти тоже я хочу померить. Померь, Милаш. Да мы поняли, что хочешь кататься на роликах. Лапу давай. Супер. О, они еще и светятся? Нет. Где светятся? Когда ты едешь. Ой, правда, светится. Не, да, ну, Милана, давай. Это не для тебя. Нет. Что ты назад? Ну, конечно, да, для вперед тебя. Вперед давай, пошли вперед. Супер. Все, пошли. Милана, иди снимай, пожалуйста, ладно? Это просто, это что-то с чем-то, это что-то с чем-то. Ой, не могу, рассмешила ты всех, Мил. Так. Ну все, все. Мил, Мил, ты сейчас шлепнешься, Мил. Мила, ты сейчас упадешь. Мил, ты сейчас упадешь на кафель. Это не шутки, Мил. Кошмар какой, Лика. Ты хочешь померить такие? Ну, мы попробовали. Так, вот эти померьте мне, пожалуйста. С чего? Зачем? Чтобы они валялись, Мил? 31-й. Да так. Ужас. Почему ужас? Ну, потому что мне не нравится. А я, ну померьте, я именно такого вообще плана хотела. Ну что это? Ну вот они почему. С Ликой сейчас хотим выбрать какую-нибудь мелодраму. Вчера мы посмотрели фильм про собачку. Очень-очень интересный фильм. Прям все расплакались. Прям прелесть какой-то. Фильм интересный. Сейчас Лика включила фильм, как он называется? Не знаю. Ну, в общем, мне он не понравился. Не знаю, бывает вот сразу видно, интересно он или нет. А еще я люблю смотреть, кто в главных ролях. Не знаю, мне это важно. Либо тебе хотят попросить. Что? Кино хотят от нас, да?
Да. Очень важно еще, кстати, кто играет в ролях. Ну, не знаю, я люблю смотреть на актеров. Это как и называется? «Я подарю тебе рассвет». Сегодня в комментариях очень много советовали интересных фильмов. Всем огромное спасибо. И мы вот какие-то вот пролистываем, смотрим, что за фильм, что-то нравится, что-то не очень. Ладно, кроссовки Миланки пока не купили. Хотим поехать в Мегу, посмотрим там. Я бы и ролики купила. Потом Миланка хотела бы кроссовки, ролики, но я против. Ерунда какая-то. Ребята, хочу сказать, я каталась, я думала, что я могу хоть на пяточку наступить. Нет. У меня эти маленькие кроссовочки не решают, не дают. В Adidas зашли, очень которые хорошо было, если они успели в торговом центре был, но там очень маленький выбор, а точнее детских кроссовок вообще нет, нет выбора никакого. В общем, ничего не подыскали, более-менее понравились в дочках сыночков белые кроссовки. Вторую пару обуви мы не выбрали, даже не знаю, если, ну, может, и не будем брать тогда вторую, хотя там такая хорошая скидка на вторую пару, 70%. Ну, в общем, хотим в Мегу поехать на днях. Не знаю, когда соберемся, но на днях нужно будет поехать в Мегу. Там и Adidas, там мне нравится магазин CCC. Вот, и там, я думаю, мы что-нибудь подберем. Но не к спешке, у меня у Миланки, то есть пока есть вот бронзовые кроссовки. Они, в принципе, нормально по размеру, но месяц еще походит, уже, наверное, будет маловато, не знаю. На этом наш влог все подходит к концу. Всем до завтра, буду монтировать видео. Всем пока-пока.